Судя по анонсу эфира на 16 ноября, Ольга Рапунцель не смогла сдержать слез на лобном месте. Девушка призналась, что ей тяжело говорить о разводе, ведь муж ведет себя очень хладнокровно. Тем не менее, Ольга обещает стойко перенести все невзгоды и забыть об этом браке, как о страшном сне. Либерж к Падону сообщила радостную новость. Ее утвердили в статусе новой ведущей. И после Нового года Либи снова полетит на Сейшелы. Кстати, бывший участник Рустам Калганов в пух и прах разнес Либерж как ведущую Дома 2. Он назвал ее плохой ведущей, но способной. И, возможно, со временем она сможет набраться опыта. Завистью попахивает. Как вы считаете? Еще совсем недавно Иосиф Оганесян категорически отказывался от свадьбы и детей с Александрой Черно. Однако планы парня уже изменились. Сейчас молодой человек уже готов стать отцом и нянчиться со своим ребенком. Однако пока непонятно, с кем именно он хотел бы сделать потомство. Вчера Оганесян опубликовал в социальной сети небольшой пост на тему детей. Парень проводит много времени вместе с дочкой Блюменкранцев, поэтому всерьез задумался о своем ребенке. Иосиф написал на своей странице: «Порой счастье нельзя купить, но его можно родить», очевидно намекая на желание стать отцом. Не так давно периметр телепроекта покинул Дмитрий Талыбов. Молодой человек отправился за ворота, где его уже ждала Александра Гозиас. Ребята проводили очень много времени вместе, однако, судя по всему, отношения не сложились. Ведь в данный момент Дима продолжает поиски своей любви. Сегодня в социальной сети от имени Талыбова появилось небольшое видео, которое парень подписал следующим образом: «Очень хочется найти свою любовь». Очевидно, что наш герой был просто использован Александрой Гозиас, после чего девушка отказалась строить с ним отношения. Сейчас Дмитрий мечтает вернуться на проект, а возьмут ли его обратно, пока непонятно. И, кстати, Гозиас почти помирилась с Костей Ивановым. Иванов пока еще раздумывает. Все будет зависеть от готовности Гозиас стать белой и пушистой. Алексей Купин поставил Майе Донцовой условие. Если она не начнет ухаживать за козой, то будет лишена волшебства, поцелуев и подарков. Еще недавно строившие планы на будущее, теперь Фрост и Соленко хотят поскорее забыть о том, что их когда-то связывало. По крайней мере, Лера и сам Захар твердо убеждены, возврата к прошлым отношениям нет и быть не может. Вот только определиться, что же послужило причиной расставания, экс-возлюбленные никак не могут. Пока Соленко винит во всем эгоизм Фрост, сама девушка убеждена, бойфренд технично слил ее, чтобы самому спокойно заниматься карьерой. А вот среди поклонников шоу бытует другое мнение. По сети уже поползли слухи о том, что Фрост вернулась к бывшему папику. И именно это послужило причиной того, чтобы от участницы отказался ее ухажер из числа спонсоров шоу. Неудивительно, что в конечном итоге Соленко вынудили отказаться от попавшей в немилость Фрост, и, судя по всему, уход Леры с проекта также не за горами. Множество раз в социальной сети возникали слухи о том, что Александра Шева имеет нетрадиционную ориентацию. Не так давно в сети появилось небольшое видео, которое свидетельствовало о том, что Шева страстно целуется с Маргаритой Овсянниковой, совершенно не стесняясь камер. Буквально вчера Денис Ковалев опубликовал небольшое видео с дня рождения Саймона. Коллектив шумно веселился в бассейне, однако внимательные зрители заметили, как Шева пытается соблазнить Лизу Триандафилиди. Саша буквально прилипла к ней и демонстрировала позы из волшебства, однако Елизавета вовремя сбежала от этого позора. Не так давно телеведущая Ксения Бородина поделилась с подписчиками о том, что на проекте развелось слишком много ведущих. Тогда же Ксюша пошутила, возможно, ей придется задуматься о собственном шоу, ведь делиться славой и вниманием поклонников она не готова, а в сложившейся ситуации это неизбежно. А после недвусмысленных вопросов Курбана Омарова, который поинтересовался от подписчиков, формат какого шоу мог бы подойти Ксении, многое встало на свои места. Уже сейчас по сети поползли слухи, что Бородина вынуждена попрощаться с Домом 2 и может стать ведущей таких проектов, как «Ревизора», «Мужское и женское» или даже собственной программы. Озвучена и возможная причина бегства Ксении с проекта, которому она отдала столько лет. Бытует мнение, что и ведущей испортились взаимоотношения с руководством канала, и другого выхода, кроме как уйти, у нее просто нет.
На сегодня это все новости Дома 2. Смотрите предыдущие интересные видео на моем канале, ставьте лайк и оставляйте комментарии.